Начнем с середины 19 века. Во Франции расцвет импрессионизма. Там творят Клод Мане, Эдуар Мане, Агюст Ренуар. Незадолго до этого в промышленном городке в США родился Джеймс Уислер. Джеймс Уислер – американский импрессионист. Хоть и американский, но в том числе и с российским образованием. Джеймс Уислер попал в Россию осенью 1843 года. Его отец, инженер-путеец, был приглашен царским правительством для строительства железной дороги, которая должна была соединить две столицы. Благодаря связям отца маленький Джеймс Уислер регулярно посещал Петергоф и Эрмитаж. Любящего рисовать мальчика отдали учиться в Академию художеств. После смерти отца всего через пару лет семья вернется в США, но любовь к рисованию не пройдет. Уислер отправится учиться в Париж и покинет Америку навсегда, и лишь спустя десятилетия его работы переплывут океан, чтобы оказаться в музеях. Самая известная его работа Портрет матери висит в моем любимом американском городе, в Чикагском институте искусств. В отличие от многих его современников, работы Уислера стали пользоваться популярностью и приносить доход еще при его жизни.